Всем привет! И следующим на обзоре у нас будет модель, называется Nike Midrunner 2 Swedge. Материал 100% кожи, это классические кроссовки. Внутри используется текстиль. Подметка выполнена из каучуковой резины с фирменным дизайном протектора. Вот такие вот ромбики. Nike Waffle, по-моему, называется, если не ошибаюсь. Вот. Текстиль. Ну, обычные классические кроссовки, что там сказать, классика. Небольшой перфорированный нос у них. Сейчас оденем, посмотрим, как будет смотреться на ногах. Вот так вот они смотрятся на ногах. Цена данной модели 5000 рублей. Поэтому всем, кому понравилась данная модель, приходим в магазин Спортмастер и покупаем их. Со скидкой 30%. Если у кого есть бонусы. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. До встречи в новых видео.